Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами Бутылкус, личный позывной. Ага, да. Сегодня, ну, сегодня уже громко сказано, вчера, получается, сейчас время полночь. Вчера вечером посетил коллективную радиостанцию. Там же у нас находится, ну, во всяком случае, на сегодняшний день QSL-бюро. Наша тульская. Ну и, соответственно, почта, конечно, да, впечатляет, друзья мои. Ну давайте немножечко покажу вам, что такое QSL-почта. Вот, я думаю, многие знают, но тем не менее, может быть, кому-то будет интересно. В этом есть некий коллекционный, наверное, кайф. Потому что каждая карточка, она уникальна всегда. Даже если вот она вот типографским способом изготовлена, все равно каждый старается как-то свое что-то внести. Поэтому, пожалуйста, если уж вы заказываете в типографии что-то, да, готовы платить деньги, то, пожалуйста, ну, делайте это хоть как-то уникально, вносите какое-то разнообразие. Не так интересно разбирать почту, в которой есть, ну, например, наклейки. Вот заполненная вручную. Это самое ценное, конечно. Хотя бы. А полностью написанное вручную, это вообще замечательно. Вот. Конечно же, каждая карточка состоит из лица, так сказать. Ну, на самом деле, это не лицо. Это, знаете, скорее так, оборот. Вот, правильно так, наверное, назвать. А это вот, самое главное. Это здесь. Здесь данные связи, значит, вот. Дельта Кила 4, Оскар Галина. Гольф. Дельта Кила 4, Оскар Гольф. Подтверждает нашу связь 21 августа, 8 месяца, значит, 21 года в 9.16 по Лондону на частоте 14.074 в FT8. Рапорт минус 0.7. У него трансивер FT817. Выходная мощность 7 Вт, а антенна... И end fit, я так понимаю, half wave, собственно, длинный луч, но с концевой запиткой. То есть это правильно, не длинный луч, диполь с концевой запиткой. Вот, примерно то же самое, что в большинстве случаев делают. Вот, может быть, кто-то видел на YouTube, Ульяна Борис Трианна, Павел делал City Windom. Вот, скорее всего, это и есть вот оно. Вот, не знаю, что это значит, но вот человек просит подтвердить связь. Хорошо, давайте дальше разбирать, посмотрим. Дельта Лима. Кстати, как зовут? Вот, как зовут? Андреас Кронягер. Вот так. Немцев очень много, я не ожидал. От немцев как-то прям вот дружно. Видимо, у них бюро вот отправило в Россию, и вот пока разобрали, все дружно пришло. Петр QTH Ротгау. Во. Петр из Ротгау. Собственно, кто-то делает фотографию свою в шеке. Класс. Вот, типографским полностью способом изготовлено. Разумеется, тоже цифра. В большинстве случаев это цифра, к сожалению. Но не только. Во. Слушайте, а это что же, девушка? Волькин, я не знаю, это же немцы, вот попробуйте вот это прочитать. Волькин, все, я сдаюсь, я дальше не могу. Керстин Франке, слушайте, а действительно, Керстин Франке, Вебернехтштрасс, а, какие-то Веберкнехты, всадники чего-то там, апокалипсиса, Лейпциг, Дойчленд. Вот. Просит подтвердить. Вот видите, а вы говорите, женщин нет в радиолюбительстве. Вот, пожалуйста. Есть операторы женщины. Есть. И заметьте, вот да, видите, да? Вот. Очень похожие разные радиолюбители. Но вот типографским способом, вот, видимо, Dark или кто-то еще. Это, я так понимаю, немецкий союз, дойчи, чего-то там, амачур, радио, коллективин, фиг его знает. И вот Dark QSL сервис, вот, они, видимо, вот типографским способом заказывают. Я так понимаю, здесь адрес или что-то еще, или вот электронный, там, наверное, личная страница какая-то. Наверное.
Вы периодически будете слышать это щелканье. Это трансивер продолжает работать у меня. Тут я периодически отвлекаюсь, связи провожу. Вот сейчас провел связи 6-й, Леонид, не помню. 6-й район, в общем. Передаю привет, так сказать, в прямом эфире и видео QSL. Ульяна Борис 6, Леонид Дмитрий, Мария. Связь подтверждаю. Минус 13 отправил, минус 16 получил. 7-3. Видео QSL. Дельта Лима 1, Лима Юниформ. Вот тоже. Цифра. Очень много немецких станций. Вот они прям вот Dark, вот QSL сервис, они прям ба-бам, здорово. Но вот вручную подписан. Во! Вот это здорово. 7-3-5-5-5-5. Че, серьезно? А это что, девушка, что ли? Да нет. А, ну, видимо, ну это, видимо, как это... Я не уверен. О, прикольно, а кто-то добавляет еще такие комментарии в типографии. Я не уверен, что вы получили мою карточку, которую я отправлял вам в 2020 и в 2021 перед этим. Поэтому... Так, from Israel made QRT. А! Вот. Понятно, то есть, видимо, он в Израиле заказывал карточки, но, видимо, вот, сделали QRT, прекратили передачу QSL карточки. Ну ладно, вот тут забавно, видите, вот, кто-то что-то добавляет. О, Дортмунд, Дортмунд Эйрпорт. У-у-у, слушайте, это класс! Ой, какая ценная карточка, обалденно, и фломастером заполнена, обалденно. Так, я не вижу, просит или не просит подтвердить карточку. Ну, неважно, я подтвердю. Ой, как это здорово, обалденно. ИАТА, это аэропорты, дипломная программа. ИАФА, вот. Ой, как это круто. International Airfields Award, международные аэропорты. Ой-ой-ой, это на диплом, крутой пойдет, это круто, это крутая карточка. Спасибо, 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 спасибо. Себастьян Вальцель, спасибо, данке. Данке Шон, very, как это, гросс, фиг его знает. И еще одна тут же. А, смотрите-ка, две одинаковых, но, видимо, разные модуляции. 27 августа и 23 августа. Разное время. И там, и там FT8. И там 14. Ну вот, кстати, вот. Раньше именно так вот и собирали. Представляете, статистика. Кто-то вел статистику по карточкам. Вот, пожалуйста, смотрите. 14 МГц. 8.45 утро. Рапорт в Германию. Значит, мне, точнее. Значит, он дает плюс 5. А за полдень, то есть 14.30. У меня уже вечер получается там же на 14 МГц, минус 15. О, как меняется прохождение. Разница 20 дБ. 20 дБ, ребят. В 100 раз сигнал отличается. Вот, тоже здорово. Отправлю. Проверю журнал. Ну, в любом случае, если человек отправил карточку, то все, это 100% связь, значит, была. Ага, еще один немец. Дельта Гольф. И еще один немец. Тоже 20 метров FT8. Бернт Швинд. Вольфцайнштрассе, наверное. Ага. О, я от руки записан. Ой, я не знаю, видно вам вот на бликах, может быть, как-то получится это. О, видите, да? Аж насквозь. Такое ощущение, что стилом писал. Класс. Вот от руки заполненная карточка. Дорогой Алексей. Пожалуйста, подтвердите. Вот, видите, даже вот имя пишет. Это в 10 раз приятнее, чем вот типографская. Но это любая карточка, она ценна, любая. Вот. 22 августа, 14 МГц, FT8. Плюс 24. Видали? Вот так вот. Даже так меня иногда слышат в Германии. Ну, Германия, да, с Германией очень много связей у меня. Это, наверное, самое... По-моему, это самая у меня популярная такая страна вот в плане интернешнл обмена.
Карл-Хайнц Мольман. Вот, видимо, это его домишко, садик, дача, я не знаю, ну не дача, а как-то усадьба, я не знаю, как назвать. В общем, вот. Выдвижная, наверное, автоматическая мачта. Это ж немцы, они могут. И я так смотрю, два диапазонные. А, нет, тут еще траповые все причем. Значит, как минимум на 5 элементов, как минимум на 2 диапазона. И, наверное, на десятку еще 4 элемента. Обалденно. Наверное, даже это не на десятку, это максон какой-то. Ну ладно. Тоже FT8. Тоже здорово. Так, Дельта Лима еще. Музей. Музей попа и рока. Обалденно. Опять от руки заполненный FT8. Июль. Так, тоже просит подтвердить связь. ПСЕК USL, пожалуйста, подтвердите. Подтвердю. О, класс. Волга Сайбер сначала показалась. Еще и написано ГАЗ. ГАЗ. 1606 километров между нами. Минус 19. 40 метров диапазон. Макс Бурмайстер. Подтверди. Да, пожалуйста, подтвердите. Подтвердим. Дельта. ХХ. Дельта Хотел. Ух ты, какая интересная. Слон летучий. Сейчас посмотрим. Вот фотографию оставайте. Это. Берегите себя. Человек в маске. Вил Бесиг. Зовут Вильфрид. Предпочитает Вил. Пожалуйста, подтвердите. Все, в основном, конечно, это двадцатка. В основном цифра, но где-нибудь найдем что-нибудь. Какая интересная карточка, смотрите. Класс. Ту-та-ту. Все-таки FT8, я думал телеграф. Ну, классно, классно. Верхом на слоне. С мигалками. Видимо, какое-то художество свое. Питоны задушенные. Классная карточка. Обалденно. Обалденно. Дельта Чарли. Еще один немец. И еще немец. Их много у меня будет. Так, вот, хотя бы с подписью. Значит, тоже просит подтвердить. Габриэль. Габриэль? Ай, фотографии нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Габи. Габи. Подпись Габи. Габриэль. Город Шорндорф. Шорндорф. Так, подтвердим, конечно. Ну, что ж поделать. Подтвердим, друзья мои. О, паровоз. Хо-хо-хо-хо-хо. Так, Дельта Фокстрот. Ну, тут. Нифига себе, хирург, я так понимаю. Нейрохирург, обалдеть, какие люди, а? Бранденбург. Шпривальд. Ну, не знаю, что это значит. Я так понимаю, что это он. Вот, это сам радиолюбитель. Он за работой. Нейрохирург под микроскопом что-то делает. Обалдеть. Вот такие люди есть. Разумеется, с личной подписью. Пожалуйста. Отправьте, как угодно. Да, обязательно. Это в цифровом виде обязательно подтверждено. Ой, еще фотография здесь видно, наверное. Призрак такой. Вот, очень здорово. Обязательно подтвержу связь, конечно. Сегодня же. Еще один немец. Два больших мальчика. Тут подпись. Два больших мальчика. Дель-9 Сады. Мартин. Мартин Бланц. Две связи. Двадцатка, сороковка. Обязательно подтвердим. Июль, август. Еще один немец. Опять от руки написано. Вот вам не видно. Давайте. Вот опять вот. Вот видите, да? Вот на карте продавлено. Обязательно. Ханс Дитер Фолькерц. Ам Лангенштюк.
Dry, что-то там Аурих. От руки заполненная карточка FT8. TS480 это Kenwood 100 Watt. И, наверное, GP или GB, не знаю. Пожалуйста, подтвердите. Диету 18. А, это, наверное, немецкий этот. Ну, типа RDA. Подтвердим, подтвердим, ребята, обязательно. Всем подтвердим. Какой дядька брутальный. Загорелый. Нет, это снято так. Цифра 20-ка. Тоже немцы. Опять, по-моему, от руки. Нет, это... Да, подпись хотя бы поставлена. Вот подпись. Бернт. Но, я так понимаю, это самостоятельно напечатанная карточка. Как у меня, да. По-моему, ножницами вырезанная. Здорово. Ну или нет, но во всяком случае видно вот для разреза. И напечатанная, прям вот на обороте напечатанная сама карточка, пожалуйста, подтвердите. 10 метров Delta Loop, 10-метровый диапазон, охренеть, на 20 ватт кинул TS-500. TS-590 и у тебя Delta Loop? Серьезно? На 10 метров? Че? Отработали на 20-ке. Мощность какая? 20 ватт. Обалдеть. Класс. И он целой кучей клубов состоит. Здорово. Подтвердим. О, какой. Так. Ух ты, что это? Что? 911 Анна? 991? По-моему, да. А, нет, это 7300. Офигеть. Твою дивизию. А, мне бы такой. Тоже немец. Ох, Клаус. Ага, пожалуйста. ФТ, значит, 09-09. О, одинаковыми рапортами обменялись. Здорово. О, шведы пошли. Это у меня тут вот все щелкает, я думаю, не слышите. Нет, вру. Это не 7300, это его предок, так сказать. И, собственно, вот прописано. Работает либо на QRP, QCX, есть такой трансивер, QCX. Это вот, кстати, предыдущее видео, предпредыдущее видео про трансивер, обзор. Это клон, в общем-то, вот как раз QCX. Либо 5 ватт вот на него работает, либо 7610 айком. Правильно. Это позлее даже, чем 7300-то. Я бы так сказал. Класс. Эх, мне бы такой шек. Черт возьми. Ой, пожалуйста, не разрушайте земли. Во, класс. Гляньте, аж на японском, на русском. Во, представляете, приятно получить из Германии карточку, на которой что-то на русском. Напечатано. Напечатано. Bitte die Erde nicht kaputt machen. Ферштейн. Не разрушайте землю. Вот. Не будем. Ой, прям тоже типографским образом. 30 метров. Диапазон 30 метров, 16 августа. FT8. Как много текста. Ну, это здорово. Это надо будет посмотреть. Антенна. О! ТХФ7Е. Антенна 3 элемента, 5 элементов Яги. ТС. Обалдеть. 5-элементный 6-бендер. Охренеть. ТС-590, FT900. Еще и УКВ. Ой, обалдеть. О, даже QSL менеджер пропечатан. Вот человек заморачивается. Представляете? Вот во как люди заморачиваются. Обалдеть. Это, конечно, святое. Это такое надо подтвердить. Еще один. Ну, скажем так, я работал на более злую антенну. Ой, тут комета пролетающая сфотографирована. Ой, здорово. Класс. На фоне антенны. Ой, это такие кадры классные, конечно, на карточку такое, это святое затолкать. Это про обалденно. Но антенну, скажем так, я на 6-элементную 2 киловатта вдувал. Очень приятно. О, человек мед. Медом барыжит, ну неудивительно. Так, 20 метров FT8. Стоян Радкович. Ой, интересно как. Да, забавно. Пчеловод. Пчеловод. Пасечник. Мое другое хобби. Ой, смотрите. Значит, подписано. Front Picture. Яги на 20 метров.
пять элементов. Угу. Вот. И комета. Комета NeoWISE F3/2020. Во. Класс, это здорово. Здорово. Обалденно. Очень здорово. Так, о, снова он. Да? Он же здесь был у меня. Окей. Подписано. NFT-990. Да что, зачем вам ЕСУ? Хотя, Манфред Гральки. FT-8. Двадцатка. Охренеть, эксперт. 1,3 киловатта. Мама дорогая, или 500 ватт. Ух ты ж, Гаптитан. Гаптитан. Однако. Гаптитан, антенна интересная. Дурная. Дельта Харитон. ДОГ. Хольцхаммеллер. Клуб Гемунд. Ага. То, типографская. Вся. Здорово. Пожалуйста, подтвердите связь. Гельмут Шрайнер. Хелен Талейфель. Так, отлично. Дельта Лима 1 Лима. Так, понятно. Ой, снова паровоз. Что такое? Я что, их обратно складывал? Класс. Кто-то по два раза карточки печатает. Ну, здорово. Так, опять же. Подпись Диди. Диди? Диди. Или это такой... А, это, наверное, Штольц, наверное, так подписано. Его зовут Людер... ну, я не знаю, как правильно. Штольц, Столь... Стольце, Штольц. Штольц. Смотрите-ка, классика. Да, ага. Это мы уже видели. 17 метров диапазон. Другой диапазон. О, так, слушайте, ну что-то прям вот они пошли повторяться. Обалдеть, все за раз, видите. Вот они так вот карточки... Такое дело. О, голландцы пошли. Так, Клаус, Клаус. 20 метров FT-8, Клаус Беккер. Голландская аматюрская радиостанция. Папа Альфа 0 DVD. Это контест был. Папа Альфа 0 DVD. PACC contest. I remember that too, so, man. Thank you, thank you. 14 февраля, yes. PACC contest. Yeah, I can confirm QSO, of course. Обалденно. 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 Класс. А вот этого я не ожидал. Ну, за контесты даже, видите, отправляют. Хотя там, казалось бы, зачем тебе подтверждение? Это же 100%. Так, еще один немец. Дельта-дельта. Один. Этот November Kilo. Опять же, подпись. Норберт Кнобель. 20 метров FT-8. SSB, обратите внимание, SSB, телефоном с Голландии поговорил. Телефоном, это PCC контест был. Да. Так, ну здесь понятно. Так, спецпозывной. Спецпозывной. Sierra Foxtrot, шведы. Вот он, Sierra Foxtrot Bravo, 400 Bravo. Boras Radio Amateur. Бора, Борас, Бораш, Сагбакин, Транамо, Шведен. Бора, город Борас, 400 лет, юбилей города был, ну, я поздравлял. Вот, телефоном, 20 метров, 5-7, РСТ, пожалуйста, подтвердите связь, подтвердим. Ага, Болгария, Роин, Любозоя, 21. Люба Зоя. Так, это святое подтвердить. То же самое. 17 метров. Частота 18 МГц. FT8. 17 метров диапазон. И опять же подпись ручная. Сейчас я вам покажу карточки. Так, ладно. Это то, что требует подтверждения. Вот раз просит подтвердить, значит подтвердим. Тут святое. Люди заморочились, я обязан. А вот, друзья мои, еще карточки. Это спецпозывные. Ну, эти две последние, они тоже спецпозывные, но отвечать на них особо не нужно, в принципе. Потому что это наши, и все эти связи подтверждены на 100% хамлогом. Соответственно, моя карточка в электронном виде у всех есть. Вот.
я предоставил две карточки, да, две даже карточки двум станциям, ну, точнее, одному оператору, но на два позывных предоставил. Вот. Ну, наш тульский. Ну, благо мне это ничего уж действительно не стоило. Я прям просто привез в коллективку свои две карточки. Вот. Это спецпозывные в честь разных героев и городов героев, и просто героев боевой славы, трудовой славы. То есть это Мемориал Победы, конечно же, друзья. Вот. Роман 76. Борис Жук-Николай. Это не Борис Жук-Николай, а Бузинов Вадим Николаевич. Вот откуда. БВН. Ну, БЖН, ну, неважно. Вот. 22 воздушных боя. Сбил 15 самолетов. Один аэростат и один самолет уничтожил на земле. Во как. Орловской, Режецкой, Режецко-Двинской и Рижской операции. Совершил 160 боевых вылетов на Як-9. Ну, у меня-то получше список. Но виртуальный, конечно. Две связи в один день на одном и том же диапазоне. Через час я подошел еще, а ты еще раз на всякий случай бабахнул. Вот так вот. Или другой оператор просто был, или я уже заморочился. Просто 2 мая, самое начало, ажиотаж, конечно, хочется со всеми сработать. Во! 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 Ну, это прям вот, я не знаю, War Thunder. Класс. Класс. И вот их много таких. Ага. РГА. Григорий. Григорий Речкалов. А! Ну, конечно. Герой Союза. Речкалов. Почему-то, правда, карточка 75. Вот. И подтверждена связь, опять же, 2 значит, мая. 20 метров. Телефон. И та. Два раза телефон. Правда, на 80-ке. Здесь на 20-ке. Речкалов, я то же самое, самолет. Что за самолет? Вообще на Як похож, конечно. Так, Речкалов, еще один спецпозывной. Матрос Медведев, РП-70. Ну, отметь себе сам. Ну, конечно, да. Ребят, сэкономили, молодцы, здорово, выкрутились. Ну, знаете, это как в магазине. Нарисуй себе сам. Ну ничего. Город Николаев. А, ну, как бы Одесса. Ну не Одесса, но там же, да. Герой. Герой. Был ранен, отправлен в госпиталь. Ага, после высадки в морском порту Николаева отряд в течение... Он десантник, морской десантник, морпех. В течение 2 суток отбил 18 атак противника, уничтожил 700 фашистов. В этих боях геройски погибли почти все десантники. Медведев был ранен и отправлен в госпиталь. Вот так. Чтите героев, сволочи. ФТ-8. Р-104 ГПМК. А, это Пятый океан, если мне память не изменяет. Или Рыцари неба. О, Камозин. Камозин, Камозин. Это отдельно. Это не про... Как это... Не про войну, в общем, но в смысле не про, конечно же, не про, как это, не про Мемориал Победы, просто 104 года, я так понимаю, день рождения. Нет, он, конечно же, умер. Да, 104 года со дня рождения, июль 17 года. И, соответственно, да, дни активности. Это, по-моему, Рыцари неба были, или Пятый океан, неважно. И те ребята по самолетам. Спасибо. РП-76ТО, 2 мая. Частота 3600 с чем-то там. ССБ 5.9. Спасибо. Ну, видите, вот они почему вот подтверждать особо смысла нет. Нет отметки. Нет, я все понимаю, конечно, но вот подпись ставят. То есть проверена карточка перед отправкой. Но нет, что, пожалуйста, подтвердите или там спасибо не надо. Ну, раз не надо, значит не надо. То есть, понимаете, вот, не более того, и вот на предыдущий тоже надо, не надо. Нет отметок, вот. Не надо, значит, не надо. Конечно, спецпозывным операторам приятно получать. О, еще тоже сразу две связи. Ну, на этот диплом я топил, безусловно. То есть, вот, и 7 мая, и 4 мая на двух диапазонах. Опять же, телефоном 4080. Вот, спасибо.
А, я Роман Николай 3, Роман Щука. Это личный позывной еще оператора. Вот. Ага. Ладога. Ленинград. КХ. 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 А что за КХ? Забыл. Хандрова. Хандрова. Это вот освобождение. Освобождение. Хандрова. Битва, наверное, была. Я вот, к сожалению, с историей войны. А вот смотрите, какой интересный есть. 20 декабря 2020 года связь проведена. И спустя год приехала ко мне карточка. Врачи без границ. Этот, забыл, как это, не фонд, а как это движение, вот это вот, Врачи без границ. Я думаю, вы слышали об этом. Вот, Doctors Without Borders. Спасибо за КУСО. Карточка не нужна. Окей, карточку отправлять не буду. Спасибо вам. Оскар Папа, это Дурналь. Бельгия. Оскар Папа, по-моему, Бельгия, да. Коронавирус, друзья мои. Акция неактивности и так далее. Против ковида. Вот так. Даже такие ребята у нас есть. Леонид Зинаида, 308, ВК. Святой мученик Василиск Каманский. Специальный позывной в честь мученика. Инициальт Е в честь на болгары. Они такие. Телефон на двадцатке. Телефоном. Опять же, ничего не сказано, но это образцово-показательные ребята. Образцово-показательные ребята. Болгары класс. Это уже, я не знаю, какой. Они мне самые первые карточки прислали. Самые первые карточки от них поступали. Это вот, операторы Гоша, Сава. Красавцы. Это вот два самых таких болгарина. Часто румына слышим. ФТ-8. А, Болеары. Это личная карточка. Надо отправить. Тоже надо подтвердить. Обязательно подтверждю. Подтверждю. Болеарские острова. Алькуди. Болеары. Елена Анна. Насколько я понимаю, это вроде как Испания. Йохин. Испания, но при этом живет... Да, он позывной немецкий. Дельта Кило 5, да? Вроде как Испания, но не очень Испания. Болеарские острова. Елена Анна 6. CQ Zone, ITU. Location. Йота. Йота. Ценная карточка. Йота. Острова в эфире. Islands on the air. Класс. Класс. Ну, что, опять же, не отметил ничего. Ну... Видимо, не потребуется, но карточка классная. И карточки из России. Карточки из России. Роман Ма... Фу, елки-палки. Роман Двойка, Дмитрий Харитон, Федор. На слонах покатался. Обалдеть, из броневика пострелял. И ФТ... Это 817 или какой, не пойму. Или это 18 или какой он там... Так, значит, кто? Московская область, 66. Еремин Александр. Спасибо, Александр. Так, что у нас тут? Пожалуйста, подтвердите. Понял. Сделаем. Сделаем, Александр. Вот, видеокарту. Видео QSL подтверждаю. R2 DX. Ну уж, DX-ом себя мнить. Не, ну классно. Санкции. Россия. Ай. Санкции, какие санкции? Вот знаете, вот нет, такие карточки тут. Ни в коем случае не про. Вообще безотносительно. Здесь будем считать, что это человек без лица. Это вот-вот просто вот. Просто забавно. Минус 32 градуса. Тут холодно. А, минус 32, плюс 32. Нормально. Классно. Классно. И подпись санкции. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, как бы. Чувачки. Ну, такая вот картинка такая. Знаете, это вот, когда так вот смотришь, так, и прям представляется сразу. 8-9 нулевые, прям. Сороковка ФТ-8. Понял. Так, подтверждать не надо. О, смотрите, вот, а здесь
Она хоть и напечатанная, да, типографская наклейка, ну, то есть на принтере нашлепана, приклеена на карточку. Павел Колесников, ВЛКС, 50 лет ВЛКСМ, Пушкина, Московская область. Ага. Так. Спасибо за КВСО, это понятно. Но у него есть печать, я вот что хотел сказать. И обязательно пропечатано, проштамповано, чтобы не от руки подписывать каждую карточку, чтобы я проверил, это не случайная связь. Вот. Стоит печать у человека, вот он сидит, шлепает карточки после приклейки стикера. Вот так вот. Спасибо моей жене Ольге, она понимает наше дурацкое хобби. Спасибо моей жене Светлане, она понимает мое дурацкое хобби. Класс. Москва, Москва, Московская область, 82-й. Окей, подтвердим. На всякий случай я отправлю. R2DX, обязательно. А это я не знаю, ребят, вот это самая, наверное, ценная карточка. Она не глянцевая, она не матовая. Она напечатана абсолютно типографским способом. Причем не всякие там вот эти принтера новомодные, струйные, вот эти скоростные, не лазерные, ребята. Вы же все видите сами, да? Вот это вот видите? Имени Кренкеля, Центральный радиоклуб. Охренеть. Охотское море. Черепаново. Печать, боже ты мой, вот кто-то до сих пор. Вот представляете, я не знаю, видно вам, нет фактуру вот эту. Это напечатано типографским способом. То есть, когда через оттиск вот прокатка происходит, это не струйная печать, никакая абсолютно. Так печатали книги, так печатали открытки. И вы, я имею в виду, вы вот это видите? Это еще не все, ребят. Ульяна Анна 9, Ольга, Иван Мария. Обалдеть. Спасибо, спасибо. Я сейчас посмотрю. Тут это вообще. Я родился в этой стране в прошлом тысячелетии. Сейчас этой страны не существует. А многие даже и не знают, каково это жить в том тысячелетии. Москва, Советский Союз. Твою мать. Под новый 2022 год приходит АМ. Амплитудная модуляция. Нет, она, конечно, используется без проблем. Там на 80-ке, на десятке. Ой, не на 80-ке, на это, на 160 метрах и на 10 метрах можно там целые участки. И даже FM работать можно. Ну, в смысле, пофигу, короче. Охренеть. Владимир, это обалдеть. Владимира, я не знаю. Я обязан. Это самая ценная карточка. Такие карточки в туалет не клеят. Это обалденно. Обязательно. Карточка будет от меня. Это вообще no comments. Одуреть вообще. Я так понимаю, что значит у нас здесь. Что было? Телефон. Рапорт 58. 20-ка. 10.43 13 июня в этом году. Черепаново 18, Новосибирск 38. Ну понятно, как бы, что как бы. Так, антенна САИС-9. Что бы это ни значило, САИС-9. Вот ФТ-991, я так подозреваю, Анна. И 400 плюс 400 мощность, я так подозреваю, это мощность. Да. Да. Издание номер 4. Издание номер 4, дробь Ольга, 823. З. Зак, М. Московская, Ф. Что бы там это ни значило. ОП. Что-то там. Общественная полиграфия. Хрен его знает. Наверное. Не знаю. Я мало что помню. Давно это было. Это было в прошлом тысячелетии. Я могу это забыть. Я был молодой и глупый. Охренеть. И вот представьте, это печать. То есть у человека есть оттиск. Вот тут тоже сидит. Шлепает. Печать. А потом еще и подписывает. Вот. Самая ценная карточка из пришедших. Да. Очуметь.
Это обалдеть. Обалдеть. Ну что, друзья, на этом первая часть ролика заканчивается. Вот кто пообалдевал до этого момента вместе со мной, те молодцы. А кто хочет еще немножечко шока в моем исполнении, так сказать. Это мать вашу, не шутка, ребятки, если что. Как бы вообще не шутка. Поняли, да? Это не стержень, это контейнер для чернил. Чернила там еще стоят. Сейчас заправим пером. Ни фломастером, ни маркером, ни ручкой, ни карандашиком. Я думаю, многие видели, многие не помнят. Это вид из моего практически окна. Это моя антенна, на которую я прямо сейчас работаю. Помните ее, наверное, да? Вот. Это вот после того момента, как я ее повесил. Это вот в момент настройки она была сфотографирована. Вот на эту антенну произведены почти все связи. Так. И вот так выглядит оборот. Несмотря на то, что у меня здесь... Да, вот, я действительно, я не шучу. Вот я вот отправлял карточки. Вот еще одну хотелось бы отправить. Вот, USB 5.9. Ну да, вот опять сейчас тут связь с немцем, кстати. Дельта Лима 3, Майк Новембер. Вот, то есть карточки у меня... Правда, что их у меня тут шестеро. Ну, как сказать, значит, размножим. Ой, делов-то. Да, друзья мои, мои карточки также изготавливаются вручную практически. Ну, кроме того, что, конечно, мне серьезно помог коллега Улена, Борис Девятый, Мария Федоровна. Вот. Это понятно. Вот. Ну вот, разработал дизайн. Как-то вот постарался как-то и современные тенденции отобразить. И вот. Это ссылка на YouTube-канал. Не пытайтесь распознать, ребят. Вы это видео смотрите именно здесь. Вот это. Вот. Распознавать нет смысла. Вы попадете на YouTube-канал. Так. Ну что. Сначала эти. Видите, да? Они даже, кстати, вот разные. То есть вот. Голубовато, тут желтовато, картон разный. Ну, вручную изготовленные карточки. Отсюда и ценность таких карточек. Я предпочитаю не делать, как говорится, дешевого щита. Это не про меня, ребятки. Ну что, да, даже вот так вот, с такими звуками, представляете. Ой, какая классная ручка. Вот, наверное, одно из лучших моих приобретений вот в плане канцелярии. Промыта как следует, консервировалась она. Вот. Сейчас будем заправлять, заполнять. Да. Все, господа, с вами был Бутылкус. Хороших вам выходных, приятной подготовки к Новому году. Будем надеяться, что какой-нибудь ролик я еще выпущу, конечно, до Нового года. А может быть, и действительно 1 января там или в канун Нового года что-нибудь замутим. Все, господа, с вами был это Роман Третий, Павел Леонид Николай. Ой, не так, что я показываю? Я обычно поворачиваю камеру, да, тут так. С вами был вот он. Роман Третий, Павел Леонид Николай. Всем это. Вот так. Пока.